В основном многие художники под использованием референсов подразумевают то, что они нашли большое количество фотографий в интернете, на позу персонажа, на костюмы, закинули их в какую-нибудь программку типа PureRef и начали потихонечку рисовать. Некоторые под использованием референсов вообще имеют в виду какую-то срисовку с фотографией или тому подобное. Но мы не были бы собой, если бы не рассказали вам три необычных способа о том, как рефы можно использовать. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CGSpeak, всем здрасте, всем привет. Как вы догадались, мы сегодня говорим о референсах, вернее, несколько способов их необычного использования. Погнали! Первый способ вкратце мы уже затронули, и давайте обговорим заранее. Этот способ как раз мы и ставим в самое начало для всех ненавистников 3D. Причем способ весьма хитрый, он вроде бы задействует 3D, но тем не менее не задействует его напрямую. Это как, спросите вы? Ну обычно, да, известен такой метод, когда художник там берет, создает 3D-болванку, а потом ее обрисовывает. А тут все совсем не так. В пайплайне художника между скетчем и финальной отрисовкой появляется еще один этап. После того, как художник завершает свой скетч из головы, он лепит его абсолютно точный дубликат, но уже в 3D-редакторе и ставит ему различные освещения. У любого человека, который знаком с древней наукой логикой, возникает вопрос: нахрена? Ведь можно же продолжать рисовать картинку, бед и горе не знать, да и это дополнительные часы в любом рисовании. Зачем? Все очень просто. Дело в том, что если вы отрисовываете, например, своего персонажа с нуля, то определить источники освещения вам надо уже на этапе после скетча. То есть как только вы завершаете свой лайн-арт, к примеру, вам уже нужно точно знать, откуда у вас будут идти источники освещения, какой это будет цвет света и так далее. И зачастую на этом этапе многие художники впадают в некий ступор. Вроде бы у них есть какая-то определенно неплохая идея, но как только они начинают ее отрисовывать, они начинают тупить, потому что им кажется, что идея недостаточно хороша. А что если здесь факел добавить? А что если источник освещения отсюда? И в связи с этим перерисовывать приходится куда больше. Каждый лишний добавленный источник освещения или перемещенный на картинке требует чуть ли не ее полную перерисовку, так как многие начинающие забывают, что весь объем на персонаже появляется благодаря свету. А если источник света смещается, то соответственно и смещается светотеневая карта. Так вот, на примере, который вы сейчас видите на экране, если что, ссылка на художника будет в описании. Автор заранее делает 3D-модель, он ее даже не детализирует, именно для того, чтобы понять светотеневую карту и примерные оттенки, которые благодаря этому получатся. Причем этот способ подойдет тем людям, которые не хотят именно отрисовывать 3D-болванку, а по сути использовать ее только как референс, а также в данном случае как и палитру. Потому что если задать тону кожи тот оттенок, который вы хотите видеть на своем персонаже, и проставить правильный цвет освещения, то вы уже получите полную цветовую палитру, которую можно сделать на своем персонаже. Также обращаю ваше внимание, что эта техника подойдет тем людям, которые любят рисовать стилизацию, к примеру, тоже аниме. Потому что, как вы сами прекрасно знаете, в любой стилизации пропорции человеческого лица и тела будут отличаться, и вместе с этим будет меняться светотеневая карта. Также у этого способа есть один большой профит. Представьте, если вы работаете на заказ, и заказчик не знает, какое освещение он хочет на картинке. К примеру, вы отрисовали лайн-арт, заказчику он понравился, но теперь время детализировать картинку. Таким образом, вы заранее можете предоставить заказчику несколько вариантов освещения, которое может быть на картинке, и потом уже приступить к его отрисовке. Это займет у вас немного времени, так как вам не придется отрисовывать каждое освещение сразу с нуля. Вы условно на вашей 3D-модельке просто можете покрутить освещение и предоставить вот эти вот цветовые карты заказчику уже через 5 минут. Так что способ полезный. Сейчас будет небольшая минутка продажности, и после этого мы продолжим. Если слава Хидео Кодзимы не дает вам покоя и вы хотите делать свои культовые игры, то образовательная экосистема Geekbrains от Mail.ru Group приглашает вас на факультет геймдизайна. В процессе обучения вы ознакомитесь в теории и на практике с процессом создания игр и детально изучите элементы, которые нужно учитывать при разработке новой игры. Научитесь осуществлять прототипирование в геймдизайне, а также разработаете концепцию новой игры и подготовите под нее документацию. На факультете вы пройдете два геймджема по созданию и придумыванию игр. Научитесь создавать прототипы, используя базовые знания в Unreal Engine 4. А также изучите основные правила создания внутриигровой экономики и баланса. Курс очень насыщен как базовыми уроками, так и практическими занятиями. Преподаватели факультета – действующие специалисты топ-компаний страны с опытом работы более 5 лет. По окончании обучения выдается сертификат с государственной лицензией, а также
Также курс доступен к оплате в рассрочку. На курс предоставляется скидка 45% по промокоду CGSpeak. Ссылка на курс в описании. Приятного вам обучения! Огромное спасибо, если рекламу не перемотал или не перемотала. Продолжаем. Следующий способ как веселый, так и немножко абсурдный. Если честно, я абсолютно не верил, что этим способом могут пользоваться, что называется, взрослые студийные художники. И я оказался неправ. Причем этот способ подсказала мне польская художница Анна Пододворна, которая, как оказалось, таким способом тоже пользовалась. Когда она работала в CD Projekt Red, и там художникам требовалось сделать быстрый скетч окружения, но при этом, когда им надо было найти новые формы, новые ракурсы или нечто похожее, а залезать в 3D и использовать там китбаш никому не хотелось, они делали следующее. Они тупо использовали подручные предметы для создания элементов окружения. Например, скомканный листочек обычной бумажки, сфотографированный в особом ракурсе, может быть использован как референс ландшафта, причем еще с перепадами этого самого ландшафта. А, к примеру, стакан, который стоит за этим листочком бумажки, вполне спокойным может быть замком, крепостью или чем-то подобным. Причем это совершенно спокойно можно фоткать на обычный телефон и сразу закидывать в Photoshop. Мы уже с вами говорили, что существует особая техника, когда вы берете какую-то удачную композицию и просто заменяете в ней одни объекты на другие. На всякий случай для тех, кто не смотрел наш старый ролик, повторюсь, многие художники берут какой-то кадр из известного фильма, который уже решен по композиции, и заменяют условно актеров на своих героев, меняют сеттинг, главное, что они сохраняют, это общую композицию сцены. Самое главное, что нужно сохранить в такой композиции, это массы и ракурс. То есть, к примеру, какого-то Джеймса Бонда в удачном кадре заменить на вашего рыцаря, а едущий на него танк на дракона. Здесь тот же принцип. Вам необходимо всего лишь удачно сфотографировать получившуюся композицию и найти интересный ракурс. Поверьте, такое занятие может и казаться глупым, но на самом деле оно будет пробуждать в вас многие творческие решения. Потому что, как мы знаем, любой художник в первую очередь строит картинку в своей голове. И когда вы увидите удачный ракурс или удачную композицию, ваш мозг уже будет вам подсказывать, чего там не хватает. И все, что вам необходимо будет сделать потом, это заменить одни объекты на другие, уже не в своей голове, а на холсте. Дальше у нас последует необычное упражнение с забавным панчлайном. Сейчас расскажу суть. В самом начале вы выбираете парочку персонажей мультиков Disney и рекомендую использовать их. Сейчас объясню почему. И ваша задача всего лишь при помощи двух элементов изменить сторону персонажа. К примеру, взять Джафара и сделать его хорошим персонажем. Или взять Золушку и сделать ее злой. Рекомендую брать в самом начале таких утрированных персонажей, которые сделаны из простых форм. Это упражнение на самом деле пришло из концепт-арта и учит оно следующему. Дело в том, что любой персонаж состоит из простых форм. Условно, из квадратов и прямоугольников, более шарообразных форм или более заостренных. И, как правило, конкретно мультики Disney очень стереотипны в том, что показывают своих злодеев, что называется, более угловатыми. И ваша задача не просто изменить характер персонажа, но также и правильно поменять ее форму, чтобы она могла читаться как позитивная. Это упражнение учит сразу считывать форму с любого объекта, и уже потом, когда вы будете рисовать свои работы, вы сможете такие же формы добавлять. И условно говоря, даже если вы потом будете брать какие-то лица за референс, вы сразу будете понимать, каких форм будет не хватать в рисунке для того, чтобы персонаж казался злым, добрым и так далее. Для того, чтобы немножечко вас подстегнуть, предлагаю челлендж. Перерисовываете стороны любого известного персонажа и публикуете рисунок в Инстаграме, отметив наш аккаунт CGSpeak. Всех смельчаков будем отмечать в сторис, а наиболее удачные варианты распечатаем и повесим в нашей студии. Разумеется, с ссылками на автора. Также в мою группу по продвижению соцсетей для художника открылся набор на май. И до 1 марта можете вступить по самой минимальной цене. Все подробности по второй ссылочке в описании. А вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на треклятый колокольчик. А с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя.